Я готовился. Если он не придет, мне придется уничтожить стрелу. Надежда лежит в их встрече со стрелой. Превзойти способности Кинг Кримсон, способного управлять временем, может лишь тот, кто познал истинную силу стрелы. А сам я на такое не способен. Они смогут. Я заполучил стрелу после битвы в Египте 12 лет назад. И если они не придут, то ужас, что она несет, не закончится никогда. Столь краткая биография, как иронично. Они, ставшие мафией, так как общество отказалось от них, теперь пытаются остановить зло, надвигающееся на мир. А в итоге, сможет ли Бучелати подняться сюда? Если он не победит, то и смысла нет. В противном случае, мне придется уничтожить стрелу вместе с Тайной. Единственное, что я могу, это ждать их прихода. Остальное потом. Ведь я столько времени ждал. В одиночку, защищая истинную силу стрелы. Неужто мое время пришло? Я ожидал такого исхода. Но почему именно сейчас?